Звуки военного оркестра, зал торжеств, воздушные шары и атмосфера праздника. На территории парка «Патриот» в Кубинке появилось новое уникальное место для бракосочетаний. Идея для его создания пришла еще в феврале. На портале «Добродел» провели опрос жителей, и теперь это полноценная площадка для заключения брака. Приезжает сюда государственный гражданский служащий, сотрудник органа ЗАГС, дворца номер 3, с документами и проводит церемонию бракосочетания. Подают, подписывают запись акта, обмениваются кольцами, выдаем свидетельство. В день открытия провели две свадьбы, и брачующиеся сказали заветные слова у главного храма Вооруженных сил России. В день свадьбы Мария и Алексей посетили смотровую площадку и смогли прогуляться по парку. Невероятно чувствуется атмосфера свадьбы. Площадка новая, очень интересно было. Кроме того, молодожены могут получить портфолио для фотографий под куполом храма. А еще особый бонус для новобрачных – они могут ударить в колокол, тем самым ознаменовав создание новой семьи. Ну, здесь из привилегий, конечно же, что они, если это мы говорим про православных, конечно, могут совместить с венчанием и, безусловно, заказать через год крещение своих детишек, которые у них будут. Заключить брак в музейно-храмовом комплексе могут все желающие. Главное условие – подать заявление через единый портал госуслуг с указанием уникальной площадки или лично посетить дворец бракосочетания номер 3. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».